во время потрясающего экономического чуда, которое так почти не задело нашу замечательную страну, у нас оптимизма больше, чем предостаточно. Потому что, ну, обратите внимание, сколько людей сейчас проходит через нашу камеру, через объектив нашей камеры. Это не один десяток человек. Раньше, казалось бы, ну, дом, милый дом, да, программа для строительства и для строительных фирм. А где они сейчас? А сейчас в доме, милом доме появляются компьютеры, которые собираются буквально за копейки. Потому что монитор здесь, на труда 32, в магазине товары для дома, ну, точнее, все для дома, а салон здесь компьютерных комплектующих Alt, можно купить и за 3500 рублей. Вот так вот. То есть то время, когда рулили монстры, оно проходит. А сейчас рулят те, кто ставит классную видеокарточку, хорошую память, материнку, что надо, ну и винчестер. И все это собирается своими руками. Вообще тема создания здоровой конкуренции нездоровым монстрам имеет место быть во всем мире. Здоровые монстры любят покупать много, задешево, а где много, значит одинаково и неинтересно. Да, кстати, иногда из сомнительного качества. Ведь вы реально не видите, что вам вовнутрь пихают. Зато типа белая сборка, типа под гарантийным клеймом, но опытные юзеры предпочитают персональный подход. И все-таки тема апгрейда жива. И живее всех живых. Апгрейдом мы занимались, ну, с 91 года, кстати. Апгрейдировали и Синклеры, потом уже другие машинки. И вот вы купили сейчас такой навороченный и крутой компьютер. И даже не здесь вы его купили, хотя здесь бы, если бы вы его купили, вы сэкономили очень много денег. У вас не хватает памяти. Раз. У вас очень много порнухи накачано. Два. Ага, и еще если это не только ваш компьютер, а еще и жены, и еще и детей. Все, приплыли. 500 метров, 500 гиг – это мало. Что делать? Вот сюда ехать. За винтами, которые по деньгам вам не сильно ударят. Ну, согласитесь, 750 гигабайт – 3810 рублей. Все остальное даже без комментариев. Некоторые лукавые продавцы нас на съемках просят чаще всего цену не указывать. Сюда мы приехали именно с целью показать вам реальные цены. Цены нас настолько удивили, что вместо части гонорара мы забрали товаром. Отдельный член нашей съемочной группы удивился. Системный блок за 8 тысяч, от 8 тысяч полностью удовлетворит базовые потребности потребителя, любого потребителя. То есть, если мы уже хотим полетать, допустим, в L2, надо что-то посерьезней. А вот тут еще одна особенность, как бы, магазина в том, что мы персонально работаем с каждым клиентом и подбираем компьютер или собираем ему компьютер в зависимости от его предпочтений. То есть, если ему нужен интернет, если ему нужны графические программы, если ему нужны игры, или это просто студент, мы обязательно подберем ему наиболее удобный вариант, и чтобы не сильно ударило по карману и по бюджету. Поедут ли сюда жители Правобережного, либо Ленинского района? Да не вопрос, когда за день можно сэкономить до 10 тысяч рублей при покупке компьютера. Это очевидно. Когда вас не перепихивают от менеджера к менеджеру, это тоже приятно. Когда ты понимаешь, что на сумму переплаты кредита ты себе выберешь ого-го что, и не на один день, то вспоминаешь, счастливо и в достатке мы жили и без склизковато противных и навязчивых банковских услуг. Мы жили просто в деньги. Пора вспоминать навыки забытые. С того, чего нас обучали, знаете, детей 90-х годов прошлого века, Советского Союза, кстати. И то, что мы выучили наизусть, это основной принцип. Если не можешь брать много и наворачивать здесь и сейчас, то возьми понемножку, но со многих. Вот так вот и здесь сделано. В магазине все для дома. Здесь низкая арендная плата. Здесь можно творить. Здесь можно создавать магазины, в которых компьютеры и комплектующие стоят дешево. И вот сюда, ну, как и 20 лет назад, мы приедем. На труда 32.